Так что будем делать? Я бы хотел выгадать один день опробовать трассу. Мы же на стоянке. Давай спросим у водил. Да, хорошая мысль. Спроси. Эй, пошли. Кому? Простите, сэр. Здрасте. Можно задать вам вопрос? Чего надо? Дорогу спросить. Посмотрите карту? Ну, давай. Вы знаете это шоссе? Номер 17. Оно существует? На GPS его нет. Оно есть. Но вам не надо. Почему? Мы едем в Канаду. Так мы сэкономим день пути. Поверьте, вам это не нужно. Но почему? Объясните нам. Плохая дорога, ремонт. Знаете, как называют это шоссе? Нет. Кровавым. Знаете почему? Без понятия. Ни на одном шоссе в стране не находят столько трупов. Правда? Говорят, оно опасно само по себе. Я хорошо вожу, если вы об этом. Вас могут не найти. Говорят, там находит жертв дальнобойщик-убийца. Среди водил много маньяков. Нет, это не так. Спроси. Барри травит байки про шоссе 17? Да. С этим шоссе все в порядке, просто у Барри фантазия богатая, не слушайте его. Тогда расскажи, что ты там делал утром, Крис. Был несчастный случай, случайность, мы расследуем. Больше похоже на убийство, какое-то жертвоприношение. Господи, Барри, таблетки нужно принимать. Просто не превышайте скорость, вот и все. Если только машину не заклинит. Что это означает? Там что-то вроде мертвой зоны. Иногда все просто отключается. Телефоны, рации, двигатель, фары. Кто-то скажет пришельцы, я скажу долбанное правительство. У них там какая-то подслушивающая установка, мать их. Не хотят, чтобы мы знали. Ясно. Большое вам спасибо, что поделились своей теорией про заговоры и пришельцев. Не будем вас отвлекать. Спасибо.